И всем снова доброе утро, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет следующая ветровочка от фирмы Columbia. Данная ветровка утепленная, стоит 8500. Размер я взял XL-ку. В этой ветровочке используется защита от ультрафиолета UPF 3.0, который защищает ткань от выгорания. Ткань полиэстер, внутри флис. Почему мне показалось интересной? Ну, во-первых, можно кататься осенью, весной на велосипеде. Очень-очень комфортно, презентабельно. Вот, и в то же время тепло. Вам не надо одевать средний слой. То есть эта ветровка заменяет два слоя. Получается, она заменяет флис, это термический слой, и заменяет защитный слой куртку. То есть это два в одном. Давайте мы ее рассмотрим. Как вы можете видеть, изнутри она полностью выполнена из флиса. Флис отводит лишнюю влагу, впитывает. Ну и, соответственно, будет комфортно под. Также утепленный капюшон флисовый используется. Давайте мы ее оденем, посмотрим, как она будет смотреться. Рукава здесь вот на таких вот резиночках. Так, довольно-таки она мне понравилась, я померил. Очень мне зашла. Неплохой вариант именно для катания на велосипеде. Ну и просто для прогулок вот в такую погоду, как сейчас, до плюс 10 градусов будет оптимальным выбором. Карманы у данной ветровки на молниях, тоже утепленные флисом, как вы можете видеть. Вот так вот она выглядит. На мой взгляд, по-спортивному очень даже круто. Очень классно выглядит. Сейчас оденем капюшон. Вот такой вот капюшончик. Значит, хочу заметить по минусам, друзья. Капюшон не имеет утяжки. Это, конечно, минус. Капюшон будет все время слетать, если будет сильный ветер. Поэтому глобальный минус вот из-за того, что здесь нет утяжки. Я бы даже, честно бы, еще подумал, купить ее или нет. Потому что утяжки для меня очень важны по объему. Но если вы катаетесь в какой-то шапке, допустим, да, там, то, в принципе, это не особо важно. Вот снизу они утяжку сделали по объему, вот она есть. Почему бы не сделать ее сверху? На мой взгляд, это упущение компании Columbia. Они не продумали этот момент, могли бы сделать. В целом, неплохая ветровка для катания на велосипеде, для прогулок. Еще, наверное, по минусам я хотел бы отметить отсутствие вентиляции в подмышечной части, ее тут просто нет. Ну, тут уже такие моменты. Так, в принципе, смотрится она, сами видите, довольно-таки классно, по-спортивному. Неплохой вариант. Сейчас данная ветровка без скидки. Можете воспользоваться акцией, друзья. Сейчас устанавливаете приложение Спортмастер, вам начисляется 2000 бонусов на карту. Плюс при покупке товара 1000 рублей получаете еще 2000. С 13 мая приходите, делаете на товар скидку 30%. Поэтому, кому интересно, советую воспользоваться этой акцией. Вот такая ветровочка. На левом плече. Тут темная, черная надпись Columbia. Не знаю, видно, нет. Вот она. Так что, друзья, будут вопросы по акции, пишите. Ссылочку на покупку обязательно оставлю в комментарии к этому видео. Желаю всем добра, любви, счастья, всего хорошего. Не забывайте подписываться на канал. С вами был Михаил. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.